Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства. Ее главная тема – цифровая экономика и инновации для бизнеса. Ключевое событие в Минске – выставка форум инновационных компаний и стартапов. Стенды более 100 участников разместятся по секциям. В рамках недели предпринимательства обсудят развитие бизнес-образования и инклюзивного предпринимательства. Всемирная неделя предпринимательства объединяет 170 стран. В Беларуси она проводится с 2011 года. В Беларуси будут единые правила благоустройства территории. Поправки в закон о местном управлении и самоуправлении приняла сегодня Палата представителей. Так, исполкомы будут закреплять площади для поддержания порядка вокруг объекта за юрлицами, владельцами предприятий, магазинов, кафе, офисов, а также белорусами, которые проживают в частных домах. Точные границы территории и их расчет определят постановлением Совмина. Представляя документ депутатам, министр ЖКХ отметил, что чистота в стране – это белорусский бренд. Более 12 тысяч волонтеров подали заявки на участие во вторых Европейских играх. Большинство представителей Беларуси, но среди кандидатов есть жители США, Великобритании и даже Багамских островов. Среди них есть волонтеры Олимпийских игр в Рио и Лондоне, различных чемпионатов Европы и мира. Заявки волонтеры принимают до 1 апреля 2019 года. Однако подготовка добровольцев уже началась. Кроме обучающих тренингов, практический опыт они получат во время тестовых соревнований. Так, завтра в столице стартует престижный турнир по настольному теннису «Беларусь Опен».